год, и мы все ближе. Девчонки, всем большой привет, и сегодня я решила снять для вас видео о своем обновленном уходе за лицом. И все средства у меня от одной марки, которая называется Andalou Naturals. И приблизительно месяц назад я вам показывала эти средства и обещала снять видео, как только у меня сформируется такое общее мнение. И это мнение у меня уже сформировалось, поэтому сегодня я решила и показать этот уход. И давайте я, наверное, начну с дневного ухода все-таки. Покажу вам крем и сыворотку. Они у меня из одной серии. Это серия очищающая, называется Clarifying. И она направлена на очищение пор, насколько я поняла. У меня это дневной крем, который oil-free, и также серум. Эти средства действительно работают, но им необходимо дать время, приблизительно неделю-две. Это, конечно же, будет зависеть только от вашего типа кожи. У меня сейчас кожа нормальная, иногда бывает комбинированная. И так как этот крем не содержит никаких масел, он очень быстро впитывается, буквально, наверное, за минуту. У него приятный такой ментоловый запах, но он очень легкий, ненавязчивый, поэтому, я думаю, он очень многим понравится. И, кстати, когда я брала эту серию, очищающую серию, я думала, что она немного подсушит мою кожу, но эти средства просто каким-то чудесным образом подстраиваются под кожу и дают именно то увлажнение, которое необходимо мне. То есть они ни в коем случае не перегружают лицо, и как на сыворотку, так и на крем отлично ложится макияж. Но я никогда не использую что-то отдельно. Сначала я использую сыворотку, затем крем. Я просто обожаю эти средства и могу сказать, что они действительно изменили мою кожу, так как в последнее время у меня часто были какие-то высыпания, покраснения. Эти два крема, вернее, сыворотка и крем, с этим справились. Сейчас у меня кожа чистая, я довольна ей на 100%. Конечно же, иногда выскакивают какие-то маленькие прыщики, но я вам сейчас покажу средство одно, которое отлично с этим справляется. Это вот такой вот точечный гель, опять же, серия очищения. Здесь 18 мл, достаточно большая упаковка, удобные тубы. И, кстати, могу сказать, что у этих средств очень удобная упаковка, опять же, повторюсь. Очень удобная помпа, выдают ровно столько, сколько вам надо, ни больше, ни меньше. Не надо вам никуда лезть пальчиками. Мне это очень нравится, очень импонирует. Что могу сказать об этом геле? Он у меня не так давно появился, наверное, неделю где-то назад, и я им уже активно пользуюсь. Это средство действительно работает, и никакого фоклордоу просто рядом с ним не стоит. Он действительно вылечивает прыщики буквально за ночь, и это действительно так, на моем лице он действует. И, например, если я наносила фоклордоу, то он начинал действовать где-то через неделю или даже через две, и я действительно не понимала, то ли это действовал тот крем, либо прыщики сами собой прошли. Это средство действует мгновенно, лично на моем лице. Девчонки, обязательно попробуйте, правда советую. Надеюсь, что он вам тоже подойдет. Следующее, давайте я вам покажу средство, которое я использую утром и вечером. Это вот такой вот серум для области вокруг глаз. Вернее, он называется крем-гель. У него точно такая же упаковка, здесь 18 мл, очень удобный такой вот носик, чтобы наносить это средство. Он очень жидкий, вернее, не то чтобы жидкий, такая гелевая текстура. Мне хватает увлажнения, мне оно подходит, а для весны, для лета, я думаю, это самое то, потому что я сейчас перестала пользоваться такими плотными кремами, которые действительно утяжеляют. Это средство очень легкое и отлично подходит на весну, на лето, поэтому тоже, наверное, могу посоветовать. И давайте я плавно перейду к вечернему уходу. Первое, это, конечно же, у меня опять идет сыворотка, она у меня из серии Brightening с витамином С и с турмериком. Я не могу сказать, как она действует отдельно, потому что сыворотки, в принципе, отдельно-то и не используют. Сначала наносят сыворотку, ждут приблизительно минуту-две, а затем поверх наносят крем. У меня, опять же, он из серии той же самой Brightening, он у меня ночной, с витамином С и с морковкой. Вместе они действуют просто отлично, кожа действительно стала более такой свежей, что ли, более напитанной, более гладкой, бархатистой, я не знаю, у меня правда такой кожи никогда не было до использования этих средств, она действительно у меня изменилась, я не вру и не шучу, это правда так. Что могу сказать, сыворотка очень быстро впитывается у нее, могу сказать, что для меня не самый приятный запах. Не знаю, но в принципе он нормальный, то есть как бы ничего особенного, такой цитрусовый, но какая-то нотка в нем присутствует, не очень приятная для меня. И затем я наношу крем, он пахнет очень уже вкусно, не знаю, правда, чем, у них в принципе такие похожие все запахи. И эти два продукта мне убрали пятнышки, знаете, которые остаются после прыщиков, такие темненькие, они действительно у меня пропали, эти средства их осветлили, я даже не знаю, что они сделали, хотя лицо у меня каким-то белым не стало после использования этих средств, но продукты просто замечательные, девчонки, правда, кожа изменилась в лучшую сторону, я сейчас
перестала пользоваться тональными, сейчас пользуюсь в основном консилером, да, под глаза совсем чуть-чуть наношу, и пудру. Все, это весь мой макияж, конечно же, немного румян, и, в принципе, все. Раньше я всегда наносила тональный, консилер, пудру, сейчас они мне просто не нужны, кожа изменилась. Если честно, я не знаю, изменилась ли она именно из-за этого ухода, либо из-за того, что я начала пользоваться натуральной декоративной косметикой, либо все вместе. Не знаю, правда, но сейчас мне этот уход очень сильно подходит. Я всеми средствами довольна и могу все посоветовать, вот буквально все. Так, давайте, наверное, я вам покажу две маски, которые у меня есть, опять же, от этой фирмы. Первая маска у меня с какао, называется Skin Food Mask. Она очень вкусно пахнет, прям, не знаю, шоколадка, какао. Когда я ее наношу, я просто держу себя в руках, чтобы не съесть эту маску. Очень приятный запах, я думаю, он всем понравится. Кожа после этой маски становится мягкой, то есть такой напитанной. Мне кажется, что она именно направлена на такое, знаете, питание, увлажнение, такое достаточно глубокое. Я ее использую где-то 2-3 раза в неделю, постоянно, поэтому... как бы тоже могу посоветовать, очень понравилось. Следующая маска у меня из серии опять Brightening, которая называется Pumpkin Honey Glycolic Mask. И это точно такая же серия, как и ночной мой уход. И, возможно, кстати, эта маска мне еще помогла избавиться от этих темных пятнышек, потому что я ей пользуюсь намного дольше, чем именно кремами, да, ночными. Поэтому тоже могу посоветовать. Очень приятно пахнет корицей, тыква, еще, наверное, чем-то. И, кстати, ее нужно наносить исключительно на 10 минут, не больше, потому что если вы ее передержите, то у вас лицо будет очень красным, его будет очень сильно щипать, поэтому внимательно ее используйте. И последнее, что я хочу вам показать, это две такие вот миниатюрки. Они шли у меня то ли с кремом, то ли с маской, я уже точно не помню. Первая — это вот такая вот маска из серии Clarifying, то есть очищающая маска. Еще не пробовала, но уверена, что она мне тоже понравится, потому что мне весь уход подошел. И также шла такая вот Glycolic Mask, которую я вам до этого показала. Конечно же, открывать их пока не буду, оставлю, например, если я куда-то поеду, чтобы с собой положить. И что касается моего ухода, то это все. Но меня часто спрашивали девушки, кому за 30, подошел ли уход от этой фирмы моей маме, потому что в каких-то своих самых древних покупках я показывала разные кремы, сыворотки, маски, которые я ей заказывала. И вообще фирма Andalou Naturals, она больше направлена на антивозрастной уход, потому что там очень много разных серий именно антивозрастных, да, для молодой кожи всего лишь две, которые я вам только показала, других там в принципе и нет. И хочу сказать, что ей очень понравился этот уход, она его заказывает, наверное, уже раз третий, да, постоянно меняет разные серии, и она действительно заметила, что кожа также у нее изменилась, что она стала более такой, знаете, напитанной, что какие-то мелкие морщинки пропали, то есть она действительно заметила изменения, как и я. Поэтому, девчонки, всем советую эту фирму, я практически уверена, что она вам тоже понравится, любой из вас может выбрать ту серию, которая подходит именно вашей коже, да, может быть, она у вас проблемная, либо сухая, либо, не знаю, какая-то обезвоженная, там для любого типа кожи есть своя линейка средств. И я надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было для вас полезным, и я надеюсь, что я выполнила ваш запрос, потому что действительно в последнее время приходило очень много сообщений именно насчет этой фирмы. И всем пока и до скорой встречи! Тихо так.